красивый букет. Жаль. А что ты хотел? Не надоело? Послушай меня. Я нужен тебе. Я в России. Влиятельный человек. Мамочка. Пока. Товар на подходе, только что звонили, везут. Товар высшего сорта. Надеюсь, на этот раз товар будет лучше. Ладно, пошли. Балкан. Чем ты занимаешься? Рисованием много денег не заработаешь. Слушай, а хочешь, я тебя нарисую? Давай. А можно я открою? Нет, давай потом. Ну, за тебя. С днем рождения. Поехали ко мне домой. Ну, на пасашок до дна. С днем рождения. Балкан, Балкан, Балкан. Мы уже здесь. Вызывали? Ну, давай. Что ты делаешь? Мама. Заходи, Снегирёв. Ну? 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 Товар качественный. Правильно? Конечно. Доверяй, но проверяй. Все точно. Снегирёв, быстрее сюда! Я думаю, ничего серьезного. Сделай так, чтобы все было хорошо. Звонок я на это. Потерял сознание. Мою дочку Алину изнасиловали. Кто это сделал? Это не проблема. Дочку Екатерины Ивановны изнасиловали. Она с Каином поехала в больницу. Имя не называла? Ее трое насиловали. Принц, говоришь? А вот и наш принц. Кто там? Это Израил. У вас утечка воды. Какая еще протечка? Ну, здравствуй. Так это ты, принц?